Алексею. Валерий Васильевич, здравствуйте. Ваши черенки абрикосов, привитые в прошлом году, прижились все и дали хороший прирост до 1,5 метров. Ух ты! Качество черенков высокое, поэтому прижимаем 100%. Я тут не, даже запятой не добавлял. Все честно. Прижимаем 100%. Я вам сразу скажу. Значит, мои черенки абрикосов, если привиты на мои подвои, самые роскошные до 120 граммов, они все не подвои приучены к привоям, потому и не любят дикарей, потому что они несовместимость. А мои любят, потому что черенки приучены к подвоям, какие бы дикими не были. Сибиркам, уссурийкам, китайкам, маньчжурцам. Вот. Это у вас тимирязевки не проходят. Почему? Потому что вы отменили Мичурина. Что вы написали? Лженаука. Вот. И почему это все с гордостью? Вот понять не могу. Вот. Такое гордое невежество абсолютное. Ну и, конечно, приобретенный опыт. Ваши книги, вебинары тоже сыграли свою роль. Спасибо. Антон Борисович, ты все живой, 124-й вебинар. Четвертый год. Это, тратишь свои нервы, свое это, время. Главное, время, время. Я имею в виду Сафрона Антона Валерьевича, моего сподвижника. Спасибо вам за все. Примите мой заказ на черенки по новому списку, брошюры по вашему саду 3 штуки. Спасибо, я до слез. Ну, хоть вы 3 штуки заказали. Итак, Алексей Париас.